И снова здравствуйте, 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 с вами Анна Анатольевна на своем канале. Мы продолжаем тему про ремонты. Что-то делала, чего-то не сделала, что-то уже и не буду делать. Уже села плотно я на свое творчество любимое, потому что я закончила свою трудовую деятельность. Я ушла на пенсию, дорогие мои подписчики и зрители. Мы с мужем закончили уже дачную нашу деятельность. Подготовились к весне, к ремонту кухни. Выпал снег, и слава богу, мы сели дома. Устали немножко. И теперь я уже веду такую свободную, размеренную жизнь. Никуда не спешим. Занимаемся любимыми делами. Ну что, начну. Так, очередная порция ремонтов. Не все состоялось, как хотелось. Вот такой кулон шикарнейший. Был он вот без центральной вставки. Я на AliExpress заказывала эти вставки, но я ошиблась с размером. Это размер 2 сантиметра. Подмеряла вроде бы стандартно, но, короче, ошиблась. То есть мне надо было как-то немножко допитрить до того, что он должен сесть туда, в это гнездышко. Закрепиться я его закрепила временно. Еще заказывала вот такой же синий. Вот такие они идут. Но теперь нашла другой магазин. Заказала 18 миллиметров. Жду пока. Вообще это тоже очень ярко и красиво смотрится. Но большеват. Неестественно так сидит. Так, по-быстрому расскажу. Здесь паяли. Даже уже забыла, которая. Вот это, по-моему, да. Здесь мы с электриком паяли вот эту ячеечку. Хотя можно было проще сделать. Можно было просто ее отрезать, не мучиться тут, а припаять. Но такой опыт есть. Поставила я такой кристальчик. Он чуть-чуть больше, чтобы это все закрыть. Вот так получилось. Но у меня насобираются сейчас застежечки. И вот где кристаллы всякие, стразы брать, я знаю. А где вот эти застежки искать, не знаю еще. Может, кто-то подскажет. Так, ремонтировала я вот это. Пока я ремонтировала застежку, я здесь сделала иголочку. И да, здесь вот я вставляла первый свой барашек. Но он так вставился удачно, без всяких несчастий. Пока я ее выправляла, тут вставляла, выпали здесь из ячеек, пришлось ремонтировать здесь. Вообще это все очень такое нелегкое дело, но я набираюсь опыта, и у меня, в принципе, все получается. Вот это уже тоже готовенько. Стрекоза такая была. Без вот этого кристалла. Подбирала, подбирала по размеру. Подобрала. И, по-моему, это что-то из советских украшений. Потому что светится этот камушек так. Да. Бывают стрекозы с розовыми головками. Вот эту брошь ремонтировала. Брошь, в которой не было багета. Багеты эти все такие разного размера. Есть кольцо. Вот здесь я доставала это, этот багетик и туда вклеивала и зажимала. Брошь, подарок дочери. Брошь маркирована Лейс. Она вот на самом этом месте. А ну здесь и было дефектное. Вот это не поремонтировала. Хотела я сюда вставить. У нас на обложке вот такие штучки там были. Я их, естественно, забрала на ремонты. Они холодненькие, стеклянные. Вот это даже какой-то цвет там. Сейчас мне почему-то именно вот голубые сюда вставить. У них такой цвет неназойливый, благородный. Но вот эти ячейки, они для бусин. Здесь были перламутровые бусины.
Еще по размеру не подобрала. Поищу, посмотрю, что у меня есть. Ну, я не люблю брошь с перламутровыми бусинами. А для того, чтобы вставить сюда вот эти кристаллы, нужно делать какую-то подложку. Опыта у меня еще нет. Так, здесь все хорошо. Только вот тут подкрасить. И куда-то выпал один страз. И у меня есть такое предположение, что не он ли вот это. Вот такие пуговички у меня есть, прикольные. Лежали, лежали. Я искала, что ремонтировать надо, приклеить. Такие вот, китайские, наверное. Но симпатичные. Такая подвеска. Тут очень тоже красивые вот эти. Как их назвать, какого цвета? Но здесь треснута центральная вставка. Художественное пекинское стекло, как его называют. Вот она, трещина. И здесь спилены, когда ремонтировали, спилили лапки. Поэтому вряд ли я буду это ремонтировать. Посмотрим. Еще ко мне прибыла вот такая брошь. В таком виде вот она и прибыла. Застежка, здесь все нормально. Немножко подремонтировать. Но здесь нету элемента одного. Вот здесь должна быть подвеска. Она спилена. Припаять-то ее можно, конечно. Но ее надо сначала еще найти. И заставить своего мужа вытащить туда из вот этой штучки камушек. Ну, посмотрим. Забросила своего этого паучка. Недавно смотрела у кого-то из девочек видео. И там показывали, не буду утверждать точно, мне кажется, кто-то из Риги. И показывали, что вот на обложке купили этого паучка. Надо его все-таки покрыть эмалью, ставить стразы. Ну, а лапы уже подкрашивать не буду. Скорее всего, по золоту придется удалить. Или, может, пусть останутся остатки винтажности немножко. Паучок с лапками. Помните, у моего паучка есть вот такие лапки. Что еще я придумала на пути к освоению пайки? Я уже усердно подготовила инструменты и все. Вот. Это были какие-то остатки деталей от обложки. Девочки подсказали, что это был браслет. Ну, какой браслет там был, я не знаю. Но я нашла сюда застежку тоже. Сейчас покажу, что у меня там есть заклад. Такой, как-то подвинусь немножечко. Девчата, это у меня так... Компьютерное кресло поскрипывает, извините. Вот такой у меня тут есть склад. Я тут как... Ну, на Кощея не похожа. Больше на хомяка, который тут в этом всем любит копаться, рыться. В блестяшках этих всех. Деталь, с которой я снимала застежку. Где можно вот в таком развернутом виде потеряться? Вот она. Да, вот такая деталь мне на обложке доставалась. Есть еще какой-то такой кусочек. Но, по-моему, он лежит для того, чтобы снять вот эти зацепы и повесить на клипсы, в которых нет подвесок. Да. А здесь вот такая часть застежки. И здесь был замочек. Вот такой. По-моему, это Чехия, потому что у меня на моем колье такой же карабинчик. Он очень хорошо сюда подошел. Я его поставила. Теперь у меня собирается вот такой браслет. Эту деталь я вот отсюда отцепляла. Остатки от какой-то броши тоже где-то мне доставались. Ее я отпилила. Напильником подточила и приготовила вот сюда попробовать спаять и сделать
Вот такой браслетик. Попытка не пытка. Если буду паять, постараюсь показать. Вот такая брошь еще была в ремонте, но я решила, что я все-таки откажусь от ее ремонта, потому что выровнять, мне кажется, вот эти лапочки я не смогу. Никак оно. Хотя я уже вставила сюда практически все стразы. Серединку все, но мне не нравится. Неаккуратно. Видно, что она вся ломаная была, переломанная, перекошенная. Вот, поэтому она пойдет все-таки в ремонт. Пойдет просто для ремонтов, как и вот эти вот броши, которые вот на рынке иногда попадают. Здесь я уже снимала. Вот эти все броши идут в ремонты. Так, не, бессмысленно их ремонтировать, облезшие краски. Так что вот, вот такие броши. Вот эту я тоже не буду восстанавливать. Я забирала ее для деталей. Это вот оказалось совершенно какое-то легкое такое просто. Это, скорее всего, пластиковые. Куда они пойдут, не знаю. Но есть такие серьги. Цирконий. Почему серьги разные? Все вот на камушек. Это тоже совсем недавно с рынка. Я уже здесь снимала кристалл в ремонт. Наверное, вот этот я все-таки сюда снимала. Да. Но если что, вставлю обратно. Все на ремонты, все на ремонты, все на ремонты. Где-то у меня здесь был такой неожиданный находка. Вот она. Где это? Запанковорановое стекло. Вот это тоже что-то светится. И видно, что там нет клея. Такой нежно-желтенький. Такие вот планы. Так, что ты тут делаешь? А! Рассыпала все. Все прям рассыпала, рассыпала. Так, разобрала брошь полностью практически. Дешевая покупка, что-то на Куфербай, по-моему. Принадлежность броши непонятна, что, чего и как. Здесь целая застежка, а вот такие окошки, вообще, которые, мне кажется, подразумевают вот эта вот сквозная такая, как это, пайка, что там должны быть стеклянные стразы. Но вот здесь были вот такие. Не хватало одной детали только. Каплюш, сейчас. Я ее раскрутила, рассматривала и решила, что не, такую деталь я, конечно, вот такой кабошон не найду. Мне кажется, они вообще даже не пластиковые, а еще, ну, не из полимерной глины, но что-то такое очень странное. Вот такая деталь у меня была с такими кабошончиками красивыми. Если бы их была еще одна вот такая сережка, я бы их все поставила такие. 2, 4, 6, 8. Нет, надо 12. Вообще все равно было бы мало. Короче, я 3 штучки достала, примерила и поняла, что меня устраивает. Сейчас покажу вам, что я тут намерила, намудрила. Вот так у меня получается. И мне, вот если честно, достаточно и неплохо. Надо этот еще вставить. Потом меня не устроила вот эта серединка. Тоже. Я знаю, как проверить, в принципе. Берешь что-то острое, иголочку, начинаешь это царапать. И если это стекло, то оно не царапается. Это не стекло, потому что на нем там оставятся бороздки. Была вот такая у меня одна сережка. Здесь стоял вот такой. Вставочка такая стояла. Я ее достала и поставила, потом посветила, и, в принципе, осталась довольна. Она стоит не на клею, и меня вполне все устраивает. Ну и остались здесь вот эти родные такие аметистовые кристаллы. В общем, брошь, мне кажется, преображается в лучшую сторону. Ну, собственно, вот такие планы. Вот такие ремонты. Такие задумки, такие новости. С вами была Анатольевна на своем канале. Всего всем хорошего.
Заходите, смотрите, буду очень рада и постараюсь теперь не делать больших перерывов. Накопилось всего много, настроение замечательное, прекрасная погода, прекрасная жизнь, чего и вам всем желаю. До скорых встреч!